Христос Искупитель, 38-метровая статуя Иисуса Христа на горе Карковада над бразильским городом Рио-де-Жанейро. Проект был предложен в 1921 году во время празднования столетия бразильской независимости. К 1931 году статуя была завершена и стала крупнейшей скульптурой в стиле арт-деко в мире. Ее установили на высоте 710 метров над уровнем моря. Статуя Христа Искупителя стала символом Рио-де-Жанейро и всей Бразилии.